30 миллионов они виртуально выделены, они прозвучали, но денег 30 миллионов на городской бюджет, никаких распорядительных документов областных или юристов мы не имеем на руках, поэтому денег нет. И мы не можем ими пользоваться. Нет. Это для населения города Славянска, чтобы они понимали о том, что... Потому что там должно быть указано целевое направление этих денег, на какие... На какую классификацию они должны эти деньги поступить, на какие цели их расходуют. У нас такое. Они должны сначала поступить, а их у нас на сегодняшний день нет. Они отсутствуют, чтобы было понятно всем жителям города. Спасибо.